Торгово-промышленную палату поступило уже более 20 проектов. Еще 50 находятся в разработке, приводит цифры Юрий Ганин. Говорит, важно, чтобы как можно больше организаций, как государственных, так и частных, смогли принять участие в готовящемся форуме. И еще не менее важно, работа по формированию предложений и проектов должна идти весь год, а инвестиционный форум – это ее итог. Мы, как торгово-промышленная палата, мы видим обязательный шаг. Нужно создать постоянно действующий орган, ну, наверное, в виде инвестиционного агентства, агентства по привлечению инвестиций. Для того, чтобы эти проекты, которые будут представлены на форуме, они не были положены под сукно, как говорят, а чтобы они были представлены в различных международных выставках, на других инвестиционных форумах, для того, чтобы их, так сказать, проталкивать, искать под них денег. На совещании не раз подчеркивали, проекты, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, должны быть масштабными. Например, если это касается животноводства, строительством фермы не обойтись. Необходим комплекс, который бы включал переработку, племенную работу и многое другое. Речь шла на совещании и об определении стратегических направлений. Майя Парнас говорит, нужно проанализировать возможности в разных сферах. Потенциал есть во всех направлениях. Сегодня разрабатывается единая стратегия социально-экономического развития Приднестровья. По каждой сфере создана рабочая группа из представителей Минэкономразвития и ПГУ. Мы не можем так сказать, что здесь у нас будет завод, и завтра у нас будет завод. То есть мы должны посчитать, сколько нам нужно вложить денег в строительство этого производства и какой эффект это даст. То есть на среднесрочную перспективу, какой эффект мы получим от того, что здесь будет стоять завод. И вот это уже конкретные экономические расчеты, и только уже по итогам этих расчетов мы можем сказать, будет эффект от этого или не будет. Вот, то есть работая по каждой отдельной отрасли, для каждой отрасли будет определено стратегическое направление. Должны узнать возможности каждого района, каждого региона. И главы администрации тоже, конечно, не должны тут пассивную позицию занимать, потому что вы должны просто вот на карту посмотрели своего района и каждый уголок продумать, как обустроить. Сегодня же представили и примерную программу форума. Как предполагается, он продлится 2 дня. В торгово-промышленную палату пришло 14 подтверждений от иностранных коллег о том, что в начале лета они прибудут на инвестфорум. Будет на форуме и еще несколько новшеств. Благотворительный аукцион картин приднестровских художников и продажа поделок детей из коррекционных учреждений. Татьяна Коркина, Юрий Прошичев. Первый приднестровский телеканал.